cops. Обнаружены новые отпечатки пальцев. Чего, блядь? Повышаю громкость на треть. Обнаружены новые отпечатки пальцев. Это что еще за херня? Обрабатываю запрос. Технические характеристики. Прототип умного пистолета со встроенным искусственным интеллектом. Имя Скиппи. Скиппи? Серьезно? Повышаю громкость на 66%. Имя? Я не глухой. Принято. Слух в норме. Возможная проблема – низкий уровень интеллекта. Скорость речи понижена на треть. Меня зовут Скиппи. Нет, я в смысле… Ладно, проехали. Парень в мусорке. Твой владелец? Проверка памяти. Доступные ресурсы – 100%. Все файлы удалены вручную. Возможная причина – кража. Исходный владелец. Данные отсутствуют. Предлагаемое решение отсутствует. У меня оно есть. Я тебя заберу. Обработка запроса. Возражений нет. Имя можно поменять? Нет. А почему? Вообще-то я твой хозяин. Повышаю громкость на 300%. Нет! Для выполнения этого действия необходимы права администратора. Этих прав у вас нет. У тебя все нормально работает? Запускаю диагностику системы. Проверка займет около 47 секунд. Пам-пам-пидам. Чего? Пам-пидам. Что ты делаешь? Скрашиваю ваши ожидания приятной мелодией. Бум-бум-пидум, бум-бум-пидум-бум. Проверка успешно завершена. Программа Скиппи Альфа версия 0.01 работает исправно. Ладно, ладно, а что ты умеешь-то? Кроме как по ушам ездить. Основная функция – автоматическое наведение. В случае угрозы пользователю – автоматическая стрельба. Выберите один из двух режимов работы. Режим первый – пацифизм и щеночки. Огонь ведется по нижним конечностям противника. Режим второй – хладнокровный убийца. Огонь ведется исключительно в голову. Хладнокровный убийца как раз по мне. Применяю настройки. Пам-пам-пидам, пам-пам-пидам, пам. Ой. Поздравляю. Выбран режим «Хладнокровный убийца». Приятной резни.
Прошу прощения. Пожалуйста, не надо! Вроде тебя. Ну, ёбаный в рот! Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгните для подтверждения. Это когда-нибудь кончится? Давайте, отморозки! По дороге войны и огня! Выстрела? Естественно. Быстрый сердец! Любопытный факт. Согласно традиционным христианским воззрениям, вы сгорите в аду. Блядь, где же... Когда-нибудь кончится. Орале-ля-ля-ля-ля! Ошибка. Преждевременная выстрел. Со мной такое в первый раз. Простите. Ну,
обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, чумная.